Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Ребят, всем привет! Это новый влог. Да, вам не послышалось. Решил снять такую вставку, чтобы хоть как-то объяснить все то, что происходит в этом влоге. Так как я особо не снимал, и этот влог вообще с разных дней, с разной периодичностью времени. Так как я много работал, у меня не было на это времени. I'm sorry. Вот, и я уже снимал эту вставку, но мне ничего не понравилось, там... Как, по моему мнению, получилось слишком нудно, много болтовни на 20 минут, что как бы вообще. Я даже когда монтировал, мне стало скучно, я такой, нет, удаляй! Все, и поэтому я снимаю это заново. И те кадры, которые вы видели до этого, мое утро, это все было с того дня, ну как бы я решил это оставить. Атмосферки добавим немножко. Главное, кровать не спалить. Очищаем ауру. Это хорошее видео. Я вот устроил себе такую вот полочку, да, чтобы был какой-то фон, чтобы было посимпатичнее. Не просто так надел вот кофточку, да, хотя я сижу дома как бы на кровати. Но все равно все для вас, для красивого кадра. Так вот, сейчас вы видите кадры с нашего дня города. Это был наш первый день города в Москве, и в целом он получился прикольным, не без своих приключений, естественно, но не об этом, да, все сами увидите сейчас, поэтому приятного просмотра. Driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Oh man. Я, блядь, с двумя бутылками, но пустыми. Yeah. Я не попал на концерт.
Пиздец. А как мне на влог это снять? Ну, если только ты будешь это я делать. Я хочу открыть. Пальцы там была наступлена. Нету пальцев. Я уже все проверила. Я уже блядь, монтировал. Да, ну, нет, залез. Как я монтировал прошлый влог, и я там такой. Я согласна. Я такой тебе говорю, блядь, неправильно снимаешь. Ну. Так и есть. Ты токсик. Так, ребят, короче, в музеон мы даже не смогли зайти. Я снимал, наверное. Хорош, блядь, нет, все тут там какие-то. Поэтому кажется, мы просто нет, там Горького так же погуляли. Было, как у нас, полностью. Сейчас, я точно так же мешаю. Зашли в КБ, купили виски, колу, сейчас наливаем себе байду. До этого дома мы то же самое сделали и поехали на праздник. Так что, все, если что, окей. Если ваш праздник не похож на вот это вот, тогда то не приглашайте не даже нас. Да. Все. Боже, к нам подошел какой-то чувак. Что-то там пожелать, дал нам какие-то браслеты. Переведите, сколько не жалко. Мы перевели ему 500 рублей. 500 рублей за браслеты. Как вам такое настроение? Так что вот сидим в парке Горького. В парке Горького. В парке Горького. Отдыхаем. Вот, так что не подходите к нам. А то мы как бы не жалеем деньги. Короче, перевели чуваку просто 500 рублей за непонятно что, потому что он просто к нам подошел. Пожелал хорошего настроения и хорошего вечера. Все, пока. Так, ребят, мы взяли KFC. Так, мы будем сейчас почивать, да? Вкусную еду. Что есть хочется, да? Не нужно. Что бургеры жрали, ну как бы ладно. Кто? Твой, не бургеры, хот-доги. Хот-доги, ну мы их когда ели, 5 час назад. Только хотела сказать. Уже пора есть как бы снова. У меня рвется пакет. Народу пиздец. Мы в ахуе, все в ахуе. Caring about what you can't afford. Memories are in what you explore. So just... Я иду, все еще туалет, как вам такое, блядь, настроение, парки Горького, парки Горького, парки Горького, парки Горького, о, можно вообще заблудиться, блядь, ребят, мы пошли в туалет, все дружно потерялись, теперь мы в парке Горького пытаемся друг друга найти, блядь, это невозможно, это просто полный какой-то пиздец. Мы просто не можем друг друга найти. Помогите, блядь, Сережа найти нахуй всех. Есть вариант, что там туалет. Вообще очень большой вариант. Но не уверен. Собственно, вот. Все эти кадры, которые были с Дня города, был, в принципе, неплохой день. Было тепло, классно. После этого у меня было 2 недели отпуска. Моих законных, так скажем. И мы решили съездить в Питер на пару дней хотя бы, чтобы как-то разбавить этот отпуск, потому что в целом больше ничего не было запланировано. Так как Катя работала,
ездить по одному куда-то у нас в целом не принято. Ну, в целом никто не запрещает, но как-то вот мы по отдельности редко, практически никогда никуда не уезжаем. Вот, мы съездили в Питер, этот влог, я надеюсь, вы уже посмотрели, да. Если нет, то обязательно переходите, смотрите. Здесь оставлю напоминание, либо просто обложку, потому что я до сих пор не понимаю, как оставлять эти напоминания, на которых переключаться. Я вообще не знаю, кто-то переключается, если ты уже смотришь влог, на следующий, на какое-то напоминание. Ну, то есть, не знаю. Ну, в общем, смотрите влог, потому что мне показалось... В нем я больше вложился в плане монтажа. Естественно, от первого моего видео тоже, кто не видел, обязательно переходите, смотрите. Я даже пару раз пересматривал, мне было интересно просто посмотреть, как растет мой монтаж, так сказать, да. Мне показалось, что как раз последние два видео, крайние, точнее, не последние еще, крайние два видео, это с новогоднего корпоратива прошлогоднего, и вот с Питера я как-то углубился в этот монтаж, более как-то поинтереснее пытался его сделать. И, сказать честно, мне очень понравилось, как я их сделал. Поэтому обязательно смотрите, обязательно ставьте пальцы вверх, пишите свои комментарии, как вам вообще сам монтаж, как вам вообще видео, потому что эта поездка была абсолютно другой, не похожа на нашу первую поездку в Питер. В общем, много не буду об этом говорить, смотрите сами. После этого... В принципе, не было никаких особо дел, никаких планов. У меня просто был отпуск, который я провел дома. Да. Честно сказать, что к концу отпуска мне уже надоело отдыхать, и я уже хотел побыстрее выйти на работу. Но произошло еще типа одно изменение. Это то, что мне предложили подработку, так сказать, бренд, в котором я работал в Екатеринбурге. Они решили открыться в Москве. И позвали меня туда, собственно. Это как раз было где-то в августе в конце. И я думал, принять ли это предложение. Да, честно скажу, недолго, но думал. Потому что я понимал, что мне придется работать на двух работах одновременно. Одновременно, не знаю. И я понимал, что, ну, грубо говоря, я заебусь. Да, не без этого. И, собственно... Я понимал, что у меня будет отпуск, в целом я перед этим всем отдохну и потом пойду в работу. С другой стороны, уже после этого всего я подумал, что лучше отпуск, наверное, нужно было брать после всего этого. Ну да ладно, так просто произошло, и отпуск сам собой был уже запланирован до того, как я узнал, что я буду работать без выходных. Вот, мне предложили, я согласился, и начиная с... С середины сентября до середины октября я работал нон-стоп, без выходных, на двух работах. Естественно, у меня не было времени ни на влог, я ничего не снимал, потому что, в принципе, ничего не происходило. То есть я просто ходил на работу, вставал 7:30, ежедневно приходил домой в 11:30, в час ложился спать, и вот так по кругу все каждый день. Месяц прошел хорошо, я поработал, мне... Не скажу, что понравилось, но было хорошо, нормально. Конечно, под конец уже у меня происходили по вечерам некие тупники, но это логично, моя голова уже как бы умирала от кучи информации, от работы, организм тоже уставал, это логично, да? Логично, логично. Это логично, логично. Логично, логично. И вот. В общем, этот месяц я как-то провел так, и поэтому не было никаких особо... съемок блога. Конечно, немножечко, чуть-чуть кадрики я заснял на работе. Да, потому что мои коллеги возмущаются, почему я их не снимаю. Вот, пожалуйста, я вас снял. Блять, я испугалась, родила почти. Вот, посмотрите, какие работники у нас тут. Они любили свою работу. Ходили на нее с прекрасным настроением. Да. Они были прекрасными людьми. Все. Хорошими. Вот, просили, пожалуйста. Снимаю, как вы работаете. Слушаем. Они зарабатывали деньги, да, чтобы жить красиво. Все правильно. Все, пока.
Ва, ребят, ну просто разнос, конечно. Нам надо такую копить, докопить еще. Да, вот такой кусочек получился, небольшой. Часть нашей работы, так сказать. Надеюсь, требования коллег я выполнил, да. Если нет, то как бы пишите в комментарии свои возмущения. А в этот месяц у меня получилось так, что выпал один выходной уже в самом конце. То есть буквально 3-4 дня мне еще нужно было отработать, чтобы одна работа закончилась и осталась только одна работа. Но получилось так, что у меня была возможность взять выходной, и я решил его взять. И в этот выходной я думал, что я сделаю 500 миллионов дел. Но, конечно же, нет. Тоже особо не снимался этого дня, но мы ходили в Рогов-шоп, в который я просто, не знаю, с начала переезда в Москву пытался дойти, но все никак не мог. И мы сходили туда. В принципе, это был такой лайтовый день. Мы выспались, сходили в Рогов-шоп и вот сходили на ужин. Все. Был такой выходной. Не скажу, что он мне дал много заряда, но будущие дни нет, то есть для меня, если честно, он был бесполезным, ну, то есть я спокойно мог отработать 3-4 дня еще и уже все закончить, но с другой стороны я о нем не жалею. Вот, это был немножко глоток свежего воздуха и немножечко кадры с Рогов шопа, так скажем, я вам тоже заснял, что мы купили, не помню, показывал я или нет, но как бы вот тоже смотрите этот кусочек, пожалуйста, приятного просмотра. Ребят, я не снимал влог очень давно. Это будет просто вставка. Мы сейчас были в Рогов-шоп. Я сюда шел почти год. Ну, не год, меньше, ладно. Как мы только переехали в Москву. И как бы, как вы понимаете, идти сюда нельзя было. Потому что, вот. Сначала были куплены штаны в час ночи. Неожиданным образом. А сейчас мы пришли за штанами и купили еще свитер. Трэш. Но приятный. Все, всем пока, мы пошли есть. Мы сходили в Рогов-шоп. И в целом я доработал это время, которое там 3-4 дня осталось, и все. И продолжились обычные опять будни на одной работе. Тоже ничего особо я не снимал. Снял пару кадров, как мы ходили тоже на ужин с подругой. Попали под ливень, короче, пили на остановке. Да, и тоже этот кусочек можете посмотреть. They wanna be like by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright? I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night. Ребят, это еще один день в этом блоге. Мы сидим на остановке, пьем вино, на улице дождь, все, вся информация. Получилось так, что после всей этой работы мне предложили остаться на той работе, на которой я просто подрабатывал. И, если честно, я обрадовался, потому что мне эта работа больше нравится, нравится больше бренд, интересней, как-то творчески, что ли, получше. То есть то место, где я работаю сейчас, для меня больше как просто работа и ничего больше. Единственное, что меня там держит, это коллектив. Хороший коллектив, с которым, ну, у меня максимальный мэтч, но в целом у меня на каждой работе хороший мэтч с коллективом, да. Не знаю, дело во мне или в коллективе, но не будем об этом. Надеюсь, вы не интересуетесь, потому что я потом покажу, какой у меня штатив сейчас здесь. Сейчас покажу, на чем у меня стоит, какой у меня штативчик. Привет. Так вот у нас лежит котик тут.
такой стул, ой, стул, стол на четырех ножках, вазочка для поддержания, и все. Купила предложение, я решил, что почему бы и нет, это может какой-то новый этап, новое время, и я решил согласиться, но нужно было какое-то время, чтобы там говорить все моменты, чтобы начать снова работу, и на месяц это все прекратилось. А пока я решил, что я доработаю на своей основной работе и уйду. Внимание, сегодня у нас... Ой, у меня от фонаря. Я просто с фонариком снимаю, потому что на улице уже темень лютая просто. Дома мало света, и чтобы было хоть нормально, я не могу... Я реально не вижу, какое сегодня число. Сегодня, по-моему, 8. Да. Вот. Если что, 13 у меня последний день, и я до сих пор не знаю, какого числа я выхожу на другую работу. Это полный кринж. Не скажу, что у меня есть тревожность, но она есть, на самом деле. В общем, сейчас я дорабатываю 13 числа, последний день на своей основной работе. Я работаю в Гейте, кто, если кто-то не знает, на Патриарших прудах. Вот. И потом ухожу в Цветной. Когда, еще не знаю, но ухожу, надеюсь. Но сегодня мне написали, и уже есть немножко надежды на то, что это все-таки произойдет. Но пока... конкретных чисел нет. Поэтому да, я немножко чуть-чуть безработный в какой-то степени. Если вам объяснить, тут там мне в дверь стучит. Это не к нам, Сэм. Если вам так объяснить, то в целом блог весь складывался из этого. То есть вот эти вот вставочки, я просто где-то пытался что-то подснять, и как бы все. И поэтому я решил, что, наверное, часть разговора тоже нужна. Ну и чуть-чуть объяснить вообще, что происходит. Потому что я долго не снимал. Я выпал из Инстаграма, запрещенной социальной сети. Как-то тоже туда не особо что-то делал. Телеграма тоже. Ну так, чуть-чуть пытался что-то туда снимать. А насчет Трэдса я вообще не знаю. Туда кто-то до сих пор что-то снимает, потому что я туда вообще не захожу. Как-то все поутихло. И мне кажется, что она умерла, эта соцсеть. Меня непонятно, что там нужно делать. То есть то же самое, если соединить запрещенку и Telegram, это будет тот же самый Threads. Но зачем отдельно эта соцсеть? Короче, мне пока непонятно. Она у меня есть, но я туда не захожу, поэтому у меня только две соцсети. Да, это запрещенка и Telegram. Так что приходите туда обязательно тоже, смотрите. Я стараюсь не забрасывать, но по возможности, конечно, все это делаю. И вот YouTube, все равно я чувствовал, что мне нужно снять, мне нужно что-то выложить, потому что мне это нравится. Но когда у тебя ничего не происходит, есть ощущение, что ну, это неинтересно никому, и что вообще снимать, как я лежу дома на диване, смотрю «Холодное сердце», мультик, да, который мы вчера смотрели. Ну, типа, это странно, но... пытаюсь какие-то вставочки все равно делать, поэтому влог получился вот таким. Сейчас я жду какого-то решения по работе, дорабатываю в Гейте, и, собственно, все. Хочется полежать, погрустить, не знаю, всех так или нет осенью, но вот у меня как-то так, и у меня еще из-за того, что я работал, как-то быстро все это закончилось, лето. У меня вроде вчера было лето, и тут резко у нас вообще выпал снег на пару дней, и я такой, ребята, где осень? Ну, сейчас как бы все вроде восстановилось, сейчас пока у нас идет осень, но все равно уже приближается к такой зиме, которую я просто терпеть не могу. Но что поделать, да? Принимаем то, что есть, какие условия есть, таких и живем. Я надеюсь... вам все понятно стало чуть-чуть хотя бы, да, почему меня долго не было. Я очень сильно благодарен тем, кто смотрит. Да, немного людей пока что меня смотрят, да, но я надеюсь, что это пока что, поэтому обязательно тоже подписывайтесь на канал. Я очень сильно постараюсь не уходить надолго, попытаюсь что-то снимать, как-то вообще разнообразить свою жизнь, потому что... мне реально самому уже становится как-то бесяче от себя же, потому что сегодня у меня был такой грандиозный план. Я хотел сходить в одну кафешку, ну, в кофейне, красивую такую. Там, думаю, приду, возьму себе кофе, сяду, сниму, вот, разговор, да, какой-то.
поснимаю какие-то рилсы, может быть, там еще что-то поделаю. В итоге мне настолько сложно одному выходить из дома. Ну, то есть, я не знаю, это, мне кажется, надо уже с психологом прорабатывать, потому что я реально просто не могу один выйти. Ну, то есть, я не понимаю, типа, мне кажется, что все думают, блин, он какой-то странный, почему он ходит один. Ну, типа, это глупо, но это реально как будто какая-то проблема в голове. Типа, когда мы с Катей, мы спокойно ходим, везде можем зайти, все такое. Но когда я один, мне очень сложно выйти из дома. Прям сложно себе заставить. И вчера вроде бы я такой, да-да-да, но сегодня я зашел в эту кафешку, посмотрел отзывы, что-то они какие-то не очень приятные, не буду говорить про какую кафешку, но неважно. И я такой, типа, вроде бы, о, это повод не идти, и как бы не пошел. Но опять, это тоже такая глупость. Я сходил просто в кофейне у дома, взял себе кофе, прогулялся по району, снял где-то там закоулки рилс. Обязательно переходите на мою социальную сеть, да, запрещенную. Вот. И вернулся домой. Ну, короче, спасибо, что я хотя бы вышел, но все равно я не понимаю, как с этим работать. Нужно через силу заставлять себя, но не знаю. Короче, пока так. Пожалуйста, да, чтобы у меня было больше мотивации, подпишитесь на канал, ставьте пальцы вверх обязательно, чтобы активность какая-то была, чтобы я вообще ее видел. Пишите какие-то комментарии, не знаю, там, что вам нравится, что не нравится, чего хочется больше видеть, может, какой-то жизни, или наоборот, поменьше чего-то показывать, поменьше болтовни, может быть, я не знаю. Ну, короче, каких-то таких моментов, потому что не каждый день яркий, и невозможно снимать только яркие моменты, когда их будет 4, ну, словно, шутка. Хочется снимать, но пока непонятно, потому что особой какой-то обратной связи практически нет. И я не понимаю, типа, заходит, вообще не заходит, поэтому, пожалуйста, да. Вот, и сейчас еще немножечко кадров с нашего дня, как мы гуляли, сходили в кофейню, посидели, в общем, как-то вот что-то такое. Так что, пожалуйста, смотрите, и чтобы сильно много не было болтовни, пожалуйста, вам еще кадрики с наших каких-то будничных дней. Давно сюда собирались, вот, заказали круглики эти, или как они там называются. Конечно, выглядит очень секси, аппетитно. Да. Но мы еще заказали пасту, поэтому ждем пока пасту, потом будем уже эту вкусняшку есть, ну или нет. Спалил, спалительный. Это не я. Очень вкусно. Это смородина и что еще? Лаванда. Лаванда, а у меня пекан и карамель. Да. Естественно. Смородина очень вкусная. Да. Прям кислая, как я люблю. И тут еще всякие булки, короче, советую. Все очень красиво. Все выглядит, ну и вкусно. Такой, да. Я думаю. Мы хотели такие квадратные, но там нужно просто... Ой, господи. Это так вкусно. Я тебе говорю. Трэш. Ну, булка, конечно, засохла, она здесь весь день стояла. Ну, блин, она все равно такая. Я типа надавила, она прям...
Ну, короче, большие такие прям квадратные. Но их надо вот только их только есть, больше ничего, мне кажется. А мы тут бы решили поесть, если что. Ну, тут такая, типа, кафешка просто. Чисто встретиться, кофеек попить. Ну, прикольно. Да, мы встретились вот так. Погуляли. Зашли в Сблеском, еще в одну винтажку зашли, каф искали. Короче, мне понравился один каф, но я насчет него думаю пока еще. Вот. Еще хочу вторую бирку, но кто-то мне не хочет ее делать. Но мы на стадии разработки этого вопроса. Я категорично сказала «no». Короче. Вот, и короче... У нас просто есть инструмент, мы еще покупали в Китае. Там такой, короче, пистолетик, его так ставишь на ухо. И там две иголки было. Две же, да. Ну, не пистолетик, ладно, ножницы, типа, такие, пластиковые. Я думаю, про какой-то пистолет. И вот эту дырку мне колола Катя, эта штука. И там еще одна иголка осталась. И мне захотелось еще вторую дырку. Но Катя не хочет ее делать. Но я сам, может, скоро сделаю. Ну, короче. Ну, идти куда-то колоть, мне что-то влом. Зачем, если можно дома? И все. Секунд. Вот. Хочу вторую дырку и еще вот этот кап, такой объемный, большой. Понесло, да. Москва меняет людей. Она уверена, что это карбонара? Да, там тоже курица. Карбонара? А у меня с песто. А, точно. Там карбонари, курица, бекон. И яйца. Курица, бекон тоже. Курица-то мне. Не знаю, посмотри меню. Ну, это был состав. Хуже в карбонаре. Ну, в общем, такие дела. Я давно не выходил на влог, снимал всякие отрывки, ну, пока так, как есть. На улице уже зима какая-то начинается, от этого очень страшно, если честно. Надеюсь, меня вообще нормально слышно, но я вроде нормально разговариваю. Я вот сегодня в шапке и в очках, да, такой вот паренек. Че, зашли сегодня еще в магазинчик, в Мак, купили худи. Вот, что еще? Ну, вообще много всякого интересного. Ну, может, немного, но достаточно. Потому что у меня давно не было, но по отрывкам немножко, может быть, что-то поймете. В общем, все. Короче, мы сейчас едим, и потом уже, я думаю, поедем домой. Я пока думаю насчет кафа. Мне понравился, но чем-то я еще думаю все-таки. Вот. Так что такие дела. И все. Пока. Мне еще принесли пасту с пестом и курицей. Катя карбонара. Кофеечек, смузи. В общем, такой стол у нас. Господи, что с фокусом. Вот. Все, сейчас будем есть. Да, кстати, тарелки такие, как реально в столовке. Ну, да, прикольно. Вот такой вид за окном. Сейчас будем пробовать. Блин, реально вкусно очень. Тут, кстати, не очень дорого. Ну, не дорого. По Москве. Паста 400 там 7 рублей. Нормально. И вкусно. В общем, советую. Мы на Солянке, да. Спасибо. Что? Подожди. Нормально? Да, тебе удобно, главное. Ты снимаешь? Да. А. Всем привет! Сегодня у нас распаковка «Золотое яблоко». У нас случайно... Ну, не случайно, ладно, специально. Ну, сначала не планировалось, короче, нас туда занесло. Вот такой вот пакетик. Приобрели мы. 6000 здесь, в этом маленьком пакетике. Сколько? 3. Ты что, охуел, блядь, сука? Так, чеки. 6115, если быть точнее. Больше. А, ну тут еще 100. Ну, короче, 6300. Не видно? Так, что мы купили? Показываем. Мочалка вот такая вот. Мужская. Мужская, между прочим. Не какая-то... Нет. Мужская. Гель для кожи вокруг глаз бабушки Агафьи. Для наших глаз мы крем бабушки Агафьи.
Так, что мы еще взяли бабушки? Бабушкина. Так, еще маска вот такая вот. Для лифтинг маска. Чтобы подтянуть все наши прекрасные кожи. Такие вот масочки Darling. Обожаю. Такую вот помаду. Darling. Carmex. С лайм и мята, по-моему. Так, еще мы взяли вот такие вот спонжи для умывания. Они там уже с чем-то. Да, Сэмка, под тебя подходит. Они уже там с чем-то, но они многоразовые. Хер знает, что это, но мы взяли. Так, щу-щу-щу-щу. И все чисто, красиво. Ну что, что? Эстетики пошло, да? Такие вот две щетки. Пасты хотел смотреть. А, ну там, короче, там не видно, они в бумажках. Но они такие серые, очень красивые, эстетичные. Открывать не буду, если что, потом покажу ванну. Как это красиво будет стоять. Эстетичную пасту, естественно. Неэстетичное мы презираем. Вот такая вот. Не осуждаем, но презираем. Осуждаем тоже. Ну, короче, красиво. Но у нас тут вообще так все эстетично. Не считаю вот этого вот говна. Тут достаточно эстетично. Агафью спрячем. Все, шампунь. Тоже мужской, да? Я этим открылся. Не знаю, может, я только что его открыл? Что в купесе? Ну, ничего вроде нет. Или есть? Есть? Да. Какой-то странный. Короче, не знаю. Взяли вот такую вот умывалку. La Roche-Posay. Этот амбассадор. Так, наверное, запомните это. Последний раз его такое лицо? Да, у меня потом будет очень красиво. Я возьму такую штуку. Возьму вот такую, как... Ну, так. И потом еще вот так вот. Все. Склейка, блядь. Я в маске. Ладно, нет. Вот. 2000, блядь. Ага. Ну, коста требует денег и жертв, да? Гель для душа. Такой вот. Хер знает. Ну, тоже симпатичный. Я видела его в Инстаграм, поэтому... Да. Решили, ну, пахнет вкусно. Ну, гель и гель. Что? Ну, тоже симпатичный, не урод. Все, 6000 вот здесь. Понимаете? Красиво там, что я рукой кладу. Тоже снято? Да. Ребят, всем привет. Это опять ставка к этому влогу. Мы сегодня сходили в Хачапури вино, поели, попили, съездили по каким-то очень важным делам. И будем говорить, каким. Сейчас едем домой. Как-то вот так, это было совсем недавно, то есть этот влог, как вы уже поняли, растянулся просто, начиная с августа и заканчивая сейчас ноябрь, да, ноябрем, все вот эти вот моменты. Сейчас я в ожидании какого-то решения, я надеюсь, что все встанет как-то на свои места, и я наконец-то уже войду в какую-то жизнь, я не знаю, режим. Буду больше делать контента, больше снимать, больше общаться с вами. Ну, конечно, если вы будете меня поддерживать, то мне будет вдвойне приятно и вдвойне интереснее что-то делать прикольное. Такой вот получился влог. Я надеюсь, не слишком много получилось болтовни, потому что я старался ее разбавить между кадрами. Спасибо большое, что смотрели. Еще раз повторюсь и буду постоянно повторять. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мои социальные сети, на запрещеночку, на телеграмчик. Ну и ставьте пальцы вверх, пишите свои комментарии. Всех люблю, целую, обнимаю. Потом сердечки, лучше сердечечков.